Вот та трагедия, которая сегодня развернулась, для меня это личная большая трагедия. Вот то, что происходит сегодня, у меня, я не могу это назвать другими словами, как не иначе, как вот, ну, просто разрывается сердце. И я не могу ходить и как-то по-другому думать, потому что Украина для меня родная, потому что там люди, потому что то, что происходит сегодня здесь, в обществе, в российском, это как-то очень, это очень странно. Вот то сострадание, вот то милосердие, которое, по идее, было и, по идее, должно быть друг к другу, вне политики, оно куда-то, оно закрылось какими-то политическими лозунгами, обидами, еще какими-то вещами. Это страшно. Но я не могу быть безучастной, потому что это моя страна, Украина. Я, там люди мои живут, родные. Я их люблю. И я не хочу, чтобы так. И не хотела. И не хочу.